утро! Это очень круто! С добрым утром, малыши! Всем привет! И это утро вместе с вами просыпается Хрюша и Антон Зорькин! С большой радостью хочу представить нашу... Не-не-не-не-не, Антон! Что такое Хрюша? Да я! Да хорошо! Самая любимая моя спортсменка! Двукратная чемпионка мира! Волейболистка Екатерина Гамова! Доброе утро, Катя! Доброе утро, Антон! Доброе утро, Хрюша! Катя, хочу вам открыть правду. Дело в том, что Хрюша большой поклонник волейбола. Да, и я очень хочу взять у вас мастер-класс. Ух ты, Хрюша! Я так волнуюсь! Боюсь, что у меня ничего не получится. Хрюша, не переживай. Я вместо тебя мастер-класс на себе испробую. Итак, Катерина. Давай, вставай туда. Так. Я возьму мячик. А, вот это. Хрюша, смотри. Хрюша, смотри. Что нужно делать? Да-да-да, смотри. Ручки держишь правильно. Так. Я тебе кидаю, ты мне его отбиваешь. Я готов. У тебя хорошо получается. Хрюша, это давай легко. Еще. Ну да, это легко. Получилось? Вот, прекрасно. Интересно. Фантастика. А сколько нужно тренироваться, да? Как каждый день, чтобы так получалось, да? Я тренируюсь 4 часа в день. И это как минимум. Скажите, пожалуйста, а вы можете на мячике вот прям расписаться там? Вот? Конечно, Хрюша, с большим удовольствием. Это хорошо. Автограф от двукратного чемпиона, между прочим. Спасибо большое, Катерина. А правда, что ваша спортивная жизнь началась одновременно с началом школьной жизни? Сложно было совмещать? Сложно, но это возможно. А как так получалось? У меня были уроки, и между уроками я занималась волейболом. О, как интересно! Катя, признайтесь, все-таки рост стал причиной такого решения стать волейболистом? Или же все-таки желание? И желание в первую очередь, но и плюс ко всему к этому, мой первый тренер — это была моя тетя, которая тетя привела меня в волейбол. Она тоже такая высокая? Не такая, как я, но она высокая. И все-таки этот вопрос должен был прозвучать, Хрюша. У меня вот 1,90 м, а у вас какой рост? У меня 2 м 2 см. 2 м, представляешь, Хрюша? А вот говорят, чтобы хорошо расти, нужно есть тертую морковку со сметаной. Вот я, честно, каждый день по 2 тарелки. Ем. А расту как-то не очень быстро. Вот что посоветуете? Я посоветую любить себя таким, какой ты есть. Маленький или большой. Это разумно. Спасибо за совет. Катя, а мы для вас подготовили испытание. Да, нашу веселую викторину. Согласны поучаствовать, а? Давайте попробуем. Тогда внимание на экран. Какой болезнью на Земле никто никогда не болит, а? Я думаю, морской. Правильно! Так, следующий вопрос. Что можно приготовить, но нельзя съесть? Ну-ка. Пусть это будет раствор бетона. Хрюша, бетон! Хороший ответ, но неправильный. Готовят обычно уроки. Да, Катя, пока счет 1-1, но есть шанс вырваться вперед. Так, последний вопрос. Что очень легко поднять с земли, но невозможно далеко бросить? А? Я думаю, что это пух или перо. Пух или перо. Правильно! Браво. Ура! Это правильный ответ. Со счетом 2-1 победила Екатерина Гамова! Ура! Ура! Я вот тут смотрю, всякие разные вкусности стоят на столе. Хрюша, ты пока их не ешь, потому что нам пригодятся эти ингредиенты. Да? Да. Катя, расскажите, пожалуйста, что нам нужно приготовить, чтобы быть таким же сильным, как вы? Сейчас я вам покажу. Да. Лови. Ой. Спасибо, что предупредили. Так что же нам для завтрака понадобится? Нам понадобится йогурт и половинки персиков. Интересно. Мы выкладываем на тарелку йогурт. Так. Кладите больше. Сверху выкладываем персик. Это похоже на яичницу. На двойную яичницу, я бы даже сказал. Как интересно. Катя, спасибо большое, что нашли время к нам сегодня прийти в гости. Да, спасибо большое, Катюш. Мы были рады тебя видеть у нас в студии. Спасибо, Хрюша, спасибо, Антон. А я хочу пожелать ребятам заниматься спортом и беречь свое здоровье.
А прямо сейчас предлагаю посмотреть смешанные ролики со всей планеты. Не переключайтесь! С добрым утром!